Это все вишня. Вишни в этом лете дюжину раз более, чем в прошлом. Сладкая. Ужас. Оторваться невозможно. Без волевого усилия. Где-то там было. А вот она. У нее, кажется, отгрызли, получается, эти. Одну семидолину отгрызли. Вот тоже с погрызанной семидолей. А не все. Все кем-то погрызаны. Вот первый лук крайний, то есть непонятно, что с ним произошло. Поливал я одновременно со всеми, но вот он почему-то на нем, во-первых, как будто кто-то повалялся и помял прям вот четверть целая грядки. Четверть грядки. И в середине встречаются такие вот поломанные, высохшие. Что ему надо, непонятно. Поливалось все, насколько можно было. Здесь, значит, вот так вот горохи пока выглядят. Так, это не мешает никому, но лучше его оторвать. И вот так вот гороха обложить, чтобы в земле не испарялась влага. Ну вот, дальше что? Здесь тоже почти ничего не пришло, вот только начинаем. Посаженная фасоль, присланная другом Солка, не взошла, поэтому была высажена. Тыква тоже вот начала всходить. В некоторых местах уже. Походу только в одном. Вот такая вот капуста. Чеснок вот уже начал лопаться, распускаться. Это вот уже кошачий.
апельсина наелась. Так, здесь у нас ничего не вышло почему-то. Было понасеяно куча реп и дисок. Поначалу такие крупные, ну, всходы были прям полосками, вот как насеивал, вот так. Раз, раз, вот прям полосками были всходы. Потом они куда-то делись, видимо, съелись под корень. Остались в некоторых редких местах, там несколько штук. Ну, вот так, например, выглядят. В общем, в основном все жрется паразитами всякими. Вот. Здесь прошлым летом как насеял мяты. Вот. Мяты много теперь. Разрослась мята. Вкусная. Вот пустые совершенно грядки стали. Практически ничего на них не видно. Не знаю. Ну вот, за редким исключением. Это походу амарант вылазит только. Салатный тут был прошлым летом. Ага, опять упала. Надо, значит, привязать ее тут, чтобы она не падала. Малина это. Вчера только обобрал, сегодня уже опять можно кружку собрать с куста с этого. Так вот у нас в тепличке. Вот тут такие перцы. Уже образовались завязи. Ну, пора уже опять полоть. Вот некоторые баклажаны тут что-то пытаются расти как-то. Хотя их опять же объедают. Ну, тот вон тоже пытается аж есть. Но один вот здесь вот был съеден полностью. И так и не очухался. Помидором более-менее нормально. Цветут. И пахнут натуральными помидорами. Вот здесь еще где-то несколько, да, вот перцев острых. Там огурец один. Здесь что-то под огурцеподобное должно было вырасти. Из четырех пачек огурцов выросло только два куста. Может, и даже один. А, один вырос и зачах. А здесь, значит, у нас... Ну, я думаю, будет нормально. Вот так вот. Скоро подойдем. Так, вот здесь что-то тоже должно было быть. Тоже уже надо усиленно полоть. Вот. Тыква. Где-то там еще должна быть. Ну, а капусты. Вот с этой стороны капусты совсем посохли. Непонятно почему. Вот там хоть они как-то есть. Их видимо. А здесь совсем невидимо. Вот так вот вообще высохли. Хотя поливали, сейчас вот там влажно, видно, темно. Остальное все живое, этот репей, он как разросся нормально. А второй не разросся. Этот, который я садил, один из где-то 15 семян. Это вот пересаженная одна из двух свекол выросла так. Ну вот, начинают расти тут тыквы.
тоже уже пожеванные кем-то. Вот тут так. Уже свекла какая здоровая. И вот сразу наглядно видать, здесь вот удобренная грядка была, а там вот неудобренная. И вот по тыквам сразу видно, какие они здесь лопухи, и какие там, почти их не видать. Вот, и свекла какая здесь, и там она раз в три меньше. Ее даже вообще не видно, там в самом начале еще мелкая, сантиметра 4. Маленькие такие тропиночки вот поверху ходить, а здесь должно быть все максимально засажено. Вот вот такие уже плети, причем интересно, как бы их не прищипывал, они все равно расползаются почему-то. Вот такие же тыковые какие-то, типа не цветов мое. Понаопылялись. Да, интересно ходить по такой земле. Это вот чеснок. Это вот чеснок, один из которых вот такой. $10 matching colors, get boogie on.